Подать отопление в дома анапчан предприятие «Теплоэнерго» готово. Отопительный сезон в Анапе начнется 15 октября, если в течение 5 дней среднесуточная температура не будет выше плюс 8 градусов. Если на улице потеплеет, то тепло подадут по заявкам. В социально значимых учреждениях батареи уже горячие. Отопление включено в муниципальных учреждениях, школах, детских садах и больницах со 2 октября. Позаявочно были заявки у нас в «Теплоэнерго». Это у нас «Ручеек», это у нас город, больница, социально значимые объекты, у нас все полностью сейчас отопление. Потому что люди лежат в больнице, мы обязаны были подать. Мы включили. Жилой фонд к зиме готов. Выполнены необходимые ремонтные работы. Была проведена полная проверка систем центрального отопления. 15 октября, то есть наши все тепловые сети, то бишь на нашем участке тоже прошли все промывку, опрессовку, все наши котельные, то есть подготовлены, сданы это самое, в эксплуатацию и готовы к отопительному сезону 2013-2014 года. Главная задача на сегодня – заключение договоров на техобслуживание между собственниками помещений и поставщиками услуг.